Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины «Шимон Халоши. Очистка кукурузы». 1885 год. Холст масла. Шимон Халоши – один из крупнейших реалистов в венгерском искусстве. Он получил классическое академическое образование в Мюнхенской академии. Живописец исследовал идеи реализма, почерпнутые им из искусства французских мастеров. Наиболее высоко он ценил Гюстава Курбея. Стремление к достоверному изображению народных типов и правдивой передаче особенностей обыденной жизни Халоши не мог довольствоваться услугами натурщиков, поэтому уехал в провинцию, где непосредственно наблюдал простых людей, занятых своими повседневными делами. Эта картина «Очистка кукурузы» принесла автору известность как в Венгрии, так и за ее пределами. Юмористическая жанровая сценка, сюжетом которой стала отнюдь не обработка собранного урожая, любовная игра хорошенькой крестьянки и ухажера, довольно настойчиво добивающегося благосклонности. Полусерьезно и полуигриво девушка пытается уклониться от своего поклонника, но он уже перехватил тонкое запястье ее руки, устраняя эту несерьезную и скорее жеманную преграду на пути к желанному поцелую. Вот такое описание нашел в интернете картины «Очистка кукурузы» Шимона Халоши, венгерского художника. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».